Так. Доброе утро, дорогие зрители. Вот сегодня у нас погодка на высоте попроще. Отстреляли две ленты пулеметов по сепарам. Вот сейчас покажу замком взвод, как бы позывной по калибре. Гранатометчик. Козубом Серегой. По нам недавно прошла ответочка минометом. АГСники, СПГшники. Так, что нам немножко весело. Сейчас заправим. Оп. И продолжим дальше валить. Вот, выстрел. Оп! Красиво! Сука! Эй, курятник! Что лежим? По норам! Это кто, наши? Не наши. Это по нам. Так, сейчас, секунду. Хуйня была. Сейчас. Ответь. Ребята, по норам. Это я активный, блядь. Ага. Шалаш, ответь малышу. Разозлили. А сука, мы сейчас их разозлим. По нам уже несколько раз. Миномет 120 работал. Направление какое, скажи. За зданием, за забором оттуда. Со стороны где-то Спартака туда, нам не видно, как обычно, чуть-чуть. Далеко. Потом. Я понял. Малыш, по тебе работает артиллерийская батарея, я Амор, привет. Принял. Плюс. Нормально. Артиллерия, да? Вредовая в укрытие. Нам похрен, дайте, блядь, только закурить, блядь. Вот мы зарядимся. А это ж они их отрабатывали сегодня. Да, вот это ж они дали ответку. Ну, мои берсикс. Это просто... Мужики! Так, разведочка передала, что сейчас по нам еще будет один залп. Посмотрим, снимем его. Сейчас, если осколочками не... Ну, такое надо заснять, вот. Че, по нам стреляют. По нам стреляют, но мы не боимся, мы делаем свою работу. Да. Ждем. Алёня, иди сюда! Ждем. Вот. Вот, пошли залпы, пригинаемся. Ох, я позаснял! Я один возле, блядь, и этого. Сейчас. Да. Сказал же, сука, мент, что у вас, нормально? Мент. Мент снизу был только. Они там снизу? Мент лежит. Нормально. Быстро сюда наверх поднимайся. И проверь своих на том фланге. Возле них уебала мина. Вот такая у нас обстановочка, мужик. Девочки и мальчики. Ебать, у меня даже печка, блядь, смотри.